Я проверил аккумулятор. Аккумулятор работает, но надо было открыть капот. Чтобы открыть капот, были, конечно, проблемы, потому что провод, трос на капот был порван. Не знаю, эта штука поломная или нет. Вроде бы эта штука целая, но надо будет менять провод. Чтобы открыть капот, есть тут такое место, где можно открыть вот этот вот провод. Видно? Если провод дернуть, надо дергать с стороны фар назад, тогда открывается капот. Сейчас я поставил аккумулятор на зарядку. Это заряжается не сильно, но заряжает хорошо, но целый день будет заряжать. Сейчас я попробую сзади этот рычаг не склеить, а привязать и попробовать так отвести ее назад дома. Посмотрим, что получится. Такой вот типа гипса наложил. Не знаю, пройдет или нет, но другого нету выбора, придется попробовать. Короче, загнать не получилось назад. Кое-как загнал чуть дальше в передний двор. Это колесо, наверное, на домкрат поставлю, выпрямлю и... Если ничего больше не придумаю, буду ждать, заказывать запчасти и со временем назад. Немного траву испортил, но по-другому никак. Но сейчас хоть смогу чуть его спрятать, чтобы не было на виду битая машина.